Так, мои эксперименты с разными комнатными растениями продолжаются. Далее у меня идет бравалия. Бравалия великолепная Bluebell и бравалия великолепная Маринебелл. Также комнатные цветы. Вот высотой 25-30 сантиметров, диаметр 30-35, достаточно небольшое, не маленькое растение. Цветочки звездчатые, воронковидные, с прочной фактурой до 2-3 сантиметров в диаметре. Вот такие вот синенькие, фиолетовые. Любит тепло, но не сильно. Летом плюс 24, зимой 17-15. Но зимой можно и как тепло, то полив просто не сокращать. Подкормки для кактусов, чтобы содержало мало азота. Почва обычная для цветов, подойдет любая универсальная. Также высеваются поверхностно, накрываются пленочкой и должны прорасти через 2 недели. Также тут указано, что можно бравалию выращивать как однолетник на клумбах. Ну, посмотрим, как зацветут. Буду собирать потом семена, высаживать. Ну, в каждом пакетике по 3 семечки. Не сильно маленькие, не сильно большие. Также грунт у меня уже увлажненный. И посеем поверхностно. Слегка еще раз опрыскаем водой, накроем крышечкой. Первый пошел семечко, вторая, и вот она, третья. Аккуратненько. И третья семечка. Чуть-чуть, буквально хватит прикрыть. И это у нас Bluebell. 3 семечки. Но здесь не 3, тут 4 семечки в пакетике. Одну про запас положили. Так, потихонечку открыть. Не люблю эти пакетики. Бывает, чуть нечаянно посильнее дернешь, все семечки рассыпятся. Первая. Вторая. Достаточно мелковатые. Наверное, 0,5 миллиметра в диаметре они. Третья пола и четвертая. Все также брызнем гуматкалия для быстрого и лучшего проращивания. Все были, и можно убирать на стеллаж. Так, отставлю в стороночку.